качества. Так что если будете, то мы увлекаемся. И он высадился вместо Гелорани. Кровь пили, именно на этом месте. Держится ручками, да? Маленький какой-то такой. Прям близко, где там еще чуть-чуть. Да, пап! Только резко снизу. Да, пап! Так.
Очень хотелось бы сказать, что место благодатное, приятное. Место, которое заслуживает того, чтобы здесь, конечно, побывать. То есть очень масса впечатлений. Такой климат прекрасный. Во-первых, постоянная температура держится. То есть очень хорошо, комфортно. Что температура воды, что температура окружающая. Вот. Ну а сами холмы, то есть вы сами можете посмотреть ту прелесть, ту, можно даже сказать, неземную прелесть, которая окружает здесь. Поэтому стоит здесь побывать, стоит посмотреть на это, на все. Большое спасибо за внимание. Что сказать, нам очень понравилась поездка на остров Себу, Филиппины. Себу, Бохол. Мы под очень огромным впечатлением. Да. Вот, все нам нравится. Все поэтому... очень романтичное, прекрасное, чистое море, красивые рыбки, природа. Вот просто романтик такой. Вот это вот, вот эти все растения. Все просто супер. Приезжайте. Супер. Forever. Филиппины. Счастливо. Что я могу сказать? Филиппины – прекрасное место. Бохол, Филиппины в целом не только оправдало мои ожидания, но и превзошли все ожидания. Это прекраснейшая погода, отличная природа, добрые люди. Для отдыха самое прекрасное место. И не только для отдыха. Как бы люди выбирают свою дорогу все, но в частности отдохнуть здесь 2 недели, месяц – это самое прекрасное, мне кажется, что можно получить за вложенные средства. Максимально. То есть отдых – это по максимуму взять то, что можно от природы, от жизни, от людей. We have here caterpillar butterfly, sir. No, no, it's can you be closer? I like this. Here. Thank you, Dad. Can you be closer? Поближе к лицу, поближе к лицу. Can you be closer to me? Они прыгнули побыстрее. Смотри, какие гусеницы. Ничего себе. Они там далеко не ползут, нет? Ну, и как бы под футболку. Довольно. Try to smell. Yeah, I smell. I like chocolate vanilla. Yeah. Yeah, son. Yeah, yeah, that's a smell. Mm-hmm. Yeah, son. Yeah. Mm. Симулятор. Да, симулятор. Первый просто подкинь. Yeah. Ah. How's that feel? Sure.
Давай я заплачу. Подожди.